Даже в отдаленных районах Самары жители наводят чистоту к летнему сезону. Кварталы возле резервуарного завода раньше были под опекой предприятия. Теперь, когда завод переживает не лучшие дни, жители заботятся о чистоте улиц и дворов самостоятельно. Ученики школы номер 140 Куйбышевского района поддержали взрослых и тоже вышли на субботник. Убрались на школьной территории. А это почти 1 гектар. Ребята собрали опавшую листву и тополиные почки, покрасили заборы и подмели пешеходные дорожки. Директор школы по совместительству депутат от Куйбышевского района говорит, что ребята всегда с удовольствием выходят на субботник. Для них это маленький праздник. Согласно распоряжению мэра города, в апреле стартовал месячник по благоустройству территории. И наша школа, как и многие учреждения города, приняли активное участие в этом мероприятии. Апрель – это второй месяц весны. Весна требует каких-то обновлений. Первое, что мы можем сделать, это, конечно, привести внутреннюю территорию в порядок. Сегодня на уборку вышли те ребята, которые всегда активно принимают в этом участие, за что, конечно, им огромное-огромное спасибо. Сегодня мы красили на территории школы, прошлись по бордюрам, деревья покрасили, в тот раз мы красили заборы там, вот. На работу не сложно, только, конечно, иногда пачкаемся, но поэтому одеваем одежду, которая чтобы можно было пачкать. Вот. Но это весело.